Иногда бывает надо. У нас есть Путин, мы можем. Если вам после ужина не расплатитесь, то вам тут Путина? Он пошутил, он пошутил. Приведем вам, надо будет казнить или пытать. Это надо было Ельцина казнить. Так он же, наоборот, вам независимость дал. Святой человек. Да, нахрен нужна эта независимость. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ельцин для вас святой. Да, при нем все разворовали, а сейчас Путин поднимает немножко. Он так поднимает. Это вам откуда поют? При Ельцине даже пенсионеры не могли зарплату получить. Ну? Самая узкая улица в Риге. На счет три. Раз, два, три. Страшно. Конечно, свобода, вот так вот раз, а улицы ломать. Сейчас нас за второй фокус считают. На фашистский ворбой считают. Так это известно. 16-го какого? Они боролись против всех. 16 марта. 16 марта. День памяти. Получается памятный день, вспоминаю. Но они себя называют борцами за независимость, что они, говорят, боролись против всех. В газовых камерах уничтожали людей. Ну и... Да, ну и против вот да, что значит? 2 метра. До смахру, правил росту, да? И дотронуться до стен. Это... То есть большинство против марта легионеров СС? Или все-таки большинство за? Там были, конечно, те, кто был на стороне фашистов, да, которые, как мы сказали, и в сало спился, вот, да, убивали людей, да. Вот, но там были и другие, которые были вообще против всех за независимость Латвии. Поэтому как бы однозначно оценивать я тоже не могу, да, что вот это со знаком минус, это плохо. Но они да? Все с фашистскими свастиками. То есть герой Советского Союза запрещен, а фашистский крест в магазине, наверное. Или это не так? Ну, в магазине, наверное. Да, у нас те, кто вот в том числе репрессированные персоны были, да, вот если наших легионеров ссылали в советское время в лагеря, да, они тут налоговые льготы имеют, носят свои награды. Скажите, а большинство голосует за этот правительство? Значит, оно нормально, устраивает? Да. Русские не согласны, русскоязычные. Ну их же большинство. Сейчас надо решать. Я не имею права голоса. Давайте по дороге, я пройду дискуссирую на эти темы. По телевизору показывают другую. Ой, Маша! Собаку выкинуть, зачем? Символ владельца, символ того, что здание находится под охраной защиты пса. Один из символов модерна. Смотрите, пример декоративного модерна, какой-то богатый растительный декор. Русский верный, потому что здесь жили сапожники, мастеровые, которые ремонтировали обувь, производили ее. И у очень многих были старым. В советское время, я вот точно не знаю, когда год, в котором открыли его, да? Но в советское время не было вот таких новых кодов, так что это уже после 91 года 100%. Поэтому, да, инженеры этого места стилизованы под аптеку. Так, нам что, поделку продали? А нельзя? Ой, какие старинные прям вообще прелести. Что, мое солнышко? Сзади нас. Так. Мне объяснили, как туда зайти. Начисто отсутствует в этом. Сами фотографии, как вы хотите, как можно больше, когда мы живем. Идемте. Штирлиц проходил мимо двух гильдий, между малой и большой гильдиями, и направлялся туда, вот к этому зданию, да, с колоннами. В конце 30-х годов оно было построено в стиле неоклексизма, там располагалась Академия наук Латвии когда-то.
И шел он мимо дома кошек. Дом кошек тоже был снят в этом фильме и играл роль берлинской гостиницы. Хотя, конечно, котов вы там не увидите, потому что первый этаж был снят, да? Вот. И вот Вулкан когда... это у вас казино? Срывали, всю землю туда отвезли, так она и образовалась. Ну и не видно там деревья, видите, в конце этой улицы. Да. А за ней высотка, Blue Radisson, да? И там очень тоже интересное место, бар Skyline. Чем оно интересно? Тем, что там находится смотровая площадка, оттуда можно фотографироваться потрясающие виды Риги. А также там ходят два скоростных лифта. Угу. Можно... Единственный дубль один пошел, пошел. Пошел. Смотри, не улыбайся. Не улыбайся. Мотор. Давай. Ну в дверь иди. В дверь аккумулятор сядет. Все, молодец. Отреставрировали этот участок стены в 60-е годы. Очень живописно выглядит. У нас всего 4 фрагмента. Сейчас я за твоим иду. Свет неба, посмотри, просто. Сейчас.